Всем привет, друзья! С вами снова Лавка Удовольствий. Я Александр Манек. Сегодня покажу вам, друзья, интересные банкноты. Готовы? Поехали! Итак, друзья, всем привет! С вами снова Лавка Удовольствий. Попросили друзья из YouTube-канала «Раритет», чтобы я по-честному рассказал, посмотрел на их произведение искусства, на банкноты, которые они выпустили, и, собственно, что я сейчас и сделаю. Попросили сказать свое честное мнение. Сейчас мы, собственно, посмотрим, что же это за банкноты. Ребят, я еще не разворачивал, поэтому делаю все при вас. Написано «Зразок». Набор коллекционных банкнот, 25 лет денежной реформы в Украине, общественная организация «Клуб коллекционеров Раритет». Сейчас я посмотрю, что же ребята придумали. Итак, что мы с вами видим? А мы с вами видим следующее, друзья. 100 карбованцев. Я так понимаю, судя по тому, что я держу в руках, что это эволюция денежной единицы украинской. Купоны, зразки. Сейчас мы с вами посмотрим. Значит, первая банкнота у нас. Зразок 6 нолей, 003. Вот такая вот купюра. Имеет... Или не имеет, сейчас я посмотрю на свет, друзья. Да, имеет какие-то водяные знаки, но выглядит так немножко клеенчато. Добавлено здесь символ нашего знамени, прапору украинского, синьо-жовтого. Зразок, третий номер, купон Spaceman. 50 купонов. В общем, я вижу, что здесь купоны. Те первые денежные единицы, которые у нас были. 10 купонов. 5 купонов. В общем, судя по тому, что я вижу, здесь просто банкнота. Она увеличена, добавлен ее контур и немножко оформлена. Типа, что это юбилей. Вот. Прямо... скажем так, какой-нибудь символики современной я бы добавил. Ну, бог его знает, друзья, судить вам. Значит, вот такие вот банкноты на обзор мне прислали. Здесь, я так понимаю, еще указано на самом конверте, какая серия, сколько выпущено. Их здесь 5 серий. Ага, это... одинаковые у меня конверты с одинаковыми зразками. Я понял. Друзья, ну что я могу сказать? Собственно, честно, если честно, то... не получится сейчас честно сказать, чем бы дитя не тешилось, называется. Значит, что я хочу сказать, друзья? Имеет право быть, почему бы нет? Ну, у меня восторга нет никакого, потому что это все-таки сувенир. Но, тем не менее, для тех людей, которые собирают боны, возможно, данная подборочка будет интересна. Потому что я видел очень много коллекций различных, когда люди собирают не только гривны и обиходные банкноты различные, но и вырезки, и корешки, и пачки, и почему бы нет, какие-либо сувенирные. Я вам неоднократно показывал, какие они бывают в наличии. Друзья, вот такой короткий ролик. Если вам интересно, знаете, куда обратиться, пишите. С вами была Лавка Удовольствий и Александр Манек. Увидимся!